здесь вот сейчас как бы продажа в этом банке, которое здание банка было, посмотрите, как красиво было здесь внутри, такие огромные окна. Сейчас здесь продажа всяких красивых штучек, интересных вещей, и шарфиков, и сумочек, и кошелечков. И самое главное, они открыли банкохранилище, где раньше было хранилище. И вот эта вот дверь, которая закрывала вот этот банковский сейф. Посмотрите на эту дверь. Сейчас я иду. Посмотрите, какие-то датчики, какие-то. Ух. Подожди, я занята. Жорик, я вижу. Вот это вот задвижки, которые входили в соседнюю панель двери. Обалдеть, какие банковские сейфы. Вон. И вот сейчас мы зайдем в это хранилище. Вот такой толщины эта дверь была. Вот такая толщина. Еще плюс решетка такая. И это кусочек истории, да? Mm-hmm. Можно взять журнальчики свадебных платьев тут какие-то. Вот, Trivia Night. Основатель этого банка. Тысячу. А вот основатель этого банка. Похоже на нашего соседа, только пожилой. Mm. В 1881 году он уже умер, то есть банк он основал намного раньше. А вот эти какие-то... Их книга записная с January, с января 1899 года по июль 1901. Это их вот эта вот книга, в которой они записывали, видно, всех своих клиентов. И здесь вот тоже. Что это? С ноября 1896 по январь 1897 года. Ну вот мы сейчас находимся в сейфе старого банка. Раньше? Это 1928 год, это все было. Раньше это тут было... Много денег, много-много-много денег. Он уже построен, наверное, в 1928 году. И потом еще это плюс. Да, то есть, когда вы открываете вот эту всю дверь, вы взломщик, и вы открываете вот эти замки. Я так понимаю, тут еще две таких засова, да, было? Плюс, да. Плюс. Вот эти все основные здесь. И основные вот тут. Это вот мотивы, невозможно просто физически. Дверь да. Просто, я только не знаю, вскрыть. Насколько она тяжелая. Ее взорвать, наверное, только можно. Я не думаю, что... Вот такая толстая. Только его вскрыть. И вот такие, посмотрите, какие у нее эти засовы. Вот моя рука для сравнения. А? Не касаться. А. Да, нельзя закрыть. Вот так. Вот так это выглядит. There's only the three colors. So okay. You know which color you want to put in. There's navy, red, and blue.